Azərbaycanlı iş adamı Odessa'da yerləşən Veçerni Baku restoranının sahibi Şamil Quliyev əhaliyə pulsuz çörək və ərzaq paylanmasını təşkil etməkdə davam edir. Musavat.com xəbər verir ki, sözü gedən restoran gündəlik olaraq yerli sakinlərə 1200-dən çox pulsuz çörək paylayır. Bundan əlavə şəhərdəki bir doğum evi də restoran tərəfindən himayəyə götürülüb. Bu restorandan həmin doğum evinə gündəlik 50 nəfərlik yemək göndərilir. Eyni zamanda başqa şəhərlərdən dəmir yolu vağzalına gələn Ukraynalı köçkünlərə də yardım edilir. Xatırladaq ki, Veçerni Baku Odessa'da uzun illərdir fəaliyyət göstərir. Ağcabədi rayonundan olan Şamil Quliyev eyni zamanda Dapamoga Xeyriyyə Fondunun sahibidir. Hal-hazırda Odessa'da yerləşən Veçerni Baku restoranında Şamil Quliyevin rəhbərliyi elədiyi Dapamoga Fondunun, Xeyriyyə Fondunun təşkil elədiyi hər gün təşkil elədiyi pulsuz çörək paylama aksiyasını şahidlik edirik. Minlərlə pulsuz çörək hər gün Odessa'nın ehtiyacı olan şəhər sakinlərinə, yaşlı qadınlar, az təminatlı ailələrə paylanılır. Bundan başqa ərzaq dəstəyi də olunur. Сегодня мы пришли временный штаб фонда Допомога, который возглавляет наш соотечественник Шамиль Кулиев. Вот здесь это ресторан «Вечерний Баку». Сейчас люди в ожидании. Тут сегодня где-то 1200 хлеба будут раздавать. Здравствуйте, меня зовут Анна Немцева. Я директор по коммуникациям и связям с общественностью в благотворительном фонде «Допомога» имени Шамиля Кулиева. Сегодня вы приехали для того, чтобы осветить и показать все то, что делает фонд, чем занимается фонд. Мы через день раздаем хлеб населению. В основном 90% это люди пожилого возраста, это люди пенсионеры, инвалиды. Два раза в неделю раздаются суповые наборы в виде овощей, морковь, лук. Также каждодневно готовятся горячие обеды в медицинские учреждения, роддома для рожениц и медперсонала. По запросу городского совета города Одессы мы предоставляем также горячие обеды на наш ЖД вокзал, где поступают эвакуированные люди из горячих точек, из городов, которые попали под обстрелы. Это окрестности Николаева и сам Николаев, Херсонская область. Три раза в неделю мы стабильно отвозим выпечку. Где-то в районе 300-400 человек. Это вот то, что покрывает фонд своими, ну, физически своими силами. Также каждодневно формируются наборы для многодетных семей. Люди предоставляют свои документы. Здесь продуктовый набор, здесь средства личной гигиены, детское питание, если есть маленькие дети, смеси, медикаменты, жаропонижающие, болеутоляющие. Все то, чем владеет фонд, все, мы полностью все как бы распределяем, желательно делаем так, чтобы максимальное количество семей покрыть для того, чтобы поддержать сегодня наш город, и не только наш город, и соседние области в такую тяжелую минуту.